Мы не верим, что премия в европейском стандарте. Нанимали работать на партии «Удар», то есть участвовать в выборной комиссии. Мы участвовали, нам обещали выплатить по 1000 гривен на человека. Затем на предвыборных собраниях сказали, что нам увеличили, ну, как бы, ставку. А сейчас вообще говорят, мы вам по 100 гривен даем, и вы расходитесь. Значит, они начали нас собирать еще с 1 сентября. Собирали нас на занятия, обучали, как нас себя вести на выборах, что мы следили за всеми, мы все это делали. Вот, пожалуйста, мы приезжаем, и вот такая... Если будет все нормально, мы по 1000 вам заплатим. А если мы больше процент возьмем, мы вам еще больше добавим. Вот это вот так нас они обманывали. Они даже не дали людям на питание. Вот все люди стоят, никому ничего не дали. Почему людям деньги не выдают? Нам, которые передают информацию с областных штабов, мы передаем людям. Мы ничего своего не добавляем. То, что нам передают информацию, мы это и говорим. А вам не передавали, почему такая ситуация получилась? Сказали, финансирования нет, и все.